Ребят, всем привет! Рад вас видеть на своем канале. Спасибо, что продолжаете смотреть мои видео. Сегодня мы находимся на очередной новой локации. Объясню, что я здесь делаю, как я сюда попал и что нам предстоит сегодня сделать. Скажу вам, что для меня это весьма привычно, потому что часто работая в аквариумистике, мне приходится, даже не приходится, я люблю менять локации. Мы работаем над этим, как бы аквариумы у нас стоят в разных точках всего города. Я обслуживаю аквариумы, и это одно из моих любимых хобби, за которое я еще и получаю денежку. И сегодня у нас на повестке дня будет сам аквариум, который я подарил своему другу. Посчитаем, что примерно аквариум выходит по стоимости. Я не хвастаюсь, что я подарил. Просто объясню, в чем заключается этот смысл, что часто люди, когда переезжают, куда-то уезжают, знакомые аквариумисты, они отдают аквариумы, отдают оборудование. Оно все остается, оно все занимает место, и часто оно не продается. Этот аквариум очень долго стоял у меня в магазине, он не продавался. Мой друг открывает здесь магазин «Все для суши», и магазин называется «Япония с любовью». Это тоже не реклама, это просто, ну, то есть «Япония с любовью», то есть это так символично звучит. Мы хотели изначально запускать сюда карпов кои, но в итоге мы запустили чернополосых цихлид. Я считаю, что это одна не из привередливых рыбок, они хорошо переносят разные условия. Здесь, в принципе, в помещении тепленько. Так получается, что вот такие подарки я делаю людям, которые вот хотят развиваться, да, это может считать, что помощь малому бизнесу, потому что я понимаю, сколько здесь затрат вот идет, да, в этот магазин, как бы купить то, купить все, закупить товар, потому что я тоже работаю с товаром, понимаю, что это такое. А это поможет развитию магазина, и я чаще смогу здесь бывать у друзей, знакомых, в гостях, вот. Поэтому это еще один повод установить здесь аквариум. Давайте я вам немножко о нем расскажу, покажу, и будем дальше снимать все. Так, смотрим. Вот сам аквариум, он идет объемом 140 литров. Здесь мы установили внешний фильтр. Внешний фильтр — это Via Aqua. Скажу вам, что он не сильно дорогой. Там, ну, новый, наверное, 1500 стоит, ну, гривен. Я в гривнах буду говорить. Если хотите, я буду вам... я, наверное, так и сделаю. Я вам высвечу, сколько это будет в доллары, чтобы вы могли перевести. Этот фильтр, он уже весь в сборе, там уже есть наполнение, губка, керамические кольца, стоял еще уголь. Уголь же свое отработал, поэтому я уголь достал, пока там стоит только губка и керамические кольца. Я вам открывать, показывать его не буду, но скажу, есть такая здесь удобная функция, вот это нажатие кнопочки, когда мы выгоняем воздух, когда запускаем систему. И мне это очень помогло при запуске этого аквариума, потому что он сильно был завоздушен, мы набрали сюда воды, потом я прокачнул, потом включили, я еще продолжал качать, как бы. Еще же мы должны понимать, что этот фильтр у меня долго стоял. Я понимаю, что нельзя было его на сухую так долго держать. Но, в принципе, я сейчас запустил, нигде никаких течей нету. Единственное, что если повернуть вот эти вот штуцеры, то там здесь вот начнет водичка сочиться. Но, в принципе, мы за это не переживаем, потому что этот аквариум уже как неделю запущенный. Дедушка сварил вот такой вот стеллажик под этот аквариум, замерили его, сделали. Вот. Ну, в будущем, конечно, он цвет поменяет, скорее всего, он станет черного цвета, либо наклеечками какими-то заклеят. Вот. Сам аквариум на 140 литров, сделан в этих ободочках. Он бэушный, у людей он работал, ну не знаю, ну лет 5, наверное. Люди мне спустя какое-то время отдали его, у них тоже жили цихлиды. Что я здесь еще поставил? Поставил камушек, пару кинул. Ну, это так, на первое время. Тут еще коряга, которая еще не утонула, он плавает. Видно, что аквариум бэушный. И вот и из-за этих соображений, что он здесь еще... У него стекло царапанное слегка. Ну, так не видно, но там легко стекло царапанное. Ну, и люди как бы присматривались и не хотели его покупать, да. Глаз человека всегда кидался на этот аквариум, потому что он очень, очень красиво вот так смотрится, да. Здесь еще доделаем сейчас освещение. С освещением он будет очень красиво смотреться. Ребра жесткости я все-таки решил еще сверху проклеить, потому что переживаю, чтобы давление как-то не потянуло переднюю стеночку и он не лопнул. Так что на всякий случай прошелся, чтобы оно хоть какую-то перестраховку нам сделало. Смотрим искусственные растения, потому что здесь цихлиды. Как бы надо будет периодически это растение доставать, чистить, потому что оно обрастает там и бородой всякой. Вот, еще поставил такой распылитель, в будущем его запустим, посмотрим, он тоже вот у ребят, они сделали здесь в стиле все красным, вот мы вам все показать. Вот, вот так называется «Япония с любовью», все для суши.
Вот, они делают все в красно-белом стиле, и ну еще с сочетанием черного. Да, и вот я им тоже вот этот вот распылитель. Не знаю, сколько, кстати, такой распылитель стоит. У меня он тоже лежал долго, не продавался. Я все думал, как же можно его применить. Я потом включу, посмотрим, как он будет работать. Классная, кстати, штука, очень красиво смотрится, распыляет и подсвечивается красным. А что еще? Ну, в принципе, здесь все. А, цихлиды. Цихлид вы видели? Вон, чернополосые, да? Ну, и здесь одна какая-то там наподобие что-то Ауланакары затесалась из Малавии. Какая-то цихлида. Уже по форме тела, да, 100% малавийская цихлида. А, ну и все, в принципе. Сейчас я засыплю сюда грунт. Я уже принес его. Кстати, где я его поставил? Я не знаю. А, я его на улице забыл. Вот. Так, берем одно ведро, берем второе. И, кстати, вот, вот крышка, которая стоит на этом аквариуме, она тоже закрывается, все черненько. И, конечно же, так как я устанавливаю здесь свой аквариум, я со своим другом договорился, он сказал, да, можно типа свои визитки поставить. Вот, кстати, визитки я тоже разрабатывал дизайн сам. Я сам их делал в фотошопе, да, старался. Так что, если вам нравится моя визиточка, обязательно ставьте лайк. Я реально постарался, кстати, научился в фотошопе работать. Сейчас и себе аватарочки делаю. На этот, ну, подготавливаю аватарочки на YouTube канал. Так что вот так. Приходится все это узнавать, как это все работает. Грунт я есть намиксовал, конечно, потому что вы же понимаете, что это все бесплатно делается, и я не могу со своего кармана доставать какой-то определенный бюджет, чтобы этот аквариум полностью оснащать так, как я бы хотел. Да? Поэтому делаем пока сейчас в легкой форме, да, еще камушки. Это базальт у нас вроде как. Да, камни базальта. Вот, и грунт мы намиксовали, тут получился и кварц, и базальт, и мрамор, да, вот такой. Я думаю, красиво будет смотреться, мы сейчас в этом аквариуме его там тонким хотя бы слоем уложим, тут получилось 7 килограмм, я его уже промыл заранее, потому что здесь такая пылюка была, я его очень долго промывал через сачок. Через сачок он легче промывается, потому что я уже несколько раз пробовал его вот так сюда воду набирать, колопуцей, потом сливать, и это очень долго. Все равно осадок остается, и это все не очень красиво потом получается. И потом, если запускать в аквариум, то образуется сильная муть. Да, немножко нам отсвечивает. Ну, в принципе, все. Я буду ставить, наверное, сейчас камеру и буду понемножку грунт засыпать. Грунт я буду засыпать вот такой коробочкой. Не знаю, не шел здесь, лежала. Надеюсь, что ругаться не буду. Если что, пойдет для разных применений в этом аквариуме. Засыпаем, берем. Кстати, когда многие из вас спрашивают, обрабатываю ли я как-то грунт дополнительно, там, не знаю, там, кипячу его, прожигаю как-то. Нет, не прожигаю, не обрабатываю никак. Ну и сколько раз замечал, то с рыбой ничего не происходит. То есть вся рыба живенькая, здоровенькая, бодренькая, как бы, так что это никак не влияет. Но все-таки бы советовал как-то обеззараживать, потому что неизвестно, где хранился этот грунт, как хранился этот грунт. Ну и может повлиять как-то на аквариумную рыбку. Тем более, это такая разновидность рыбы, которая еще устойчивая к разным переменам в аквариуме. Есть рыба, которая вот до мельчайшего там, изменения химического состава, все начинает там рухнуть. Поэтому смотрите, наблюдайте, делайте, исходя по обстоятельствам, которые у вас возникают для запуска аквариума. Смотрим, вот я засыпал грунт, да, в аквариум,
видно, что он вот так. Этот, кстати, видите, водичка не сильно помутнела, потому что грунт хорошо промыл. Вот, водичка немножко стала мутной из-за того, что они же здесь нагадили на дне, как бы, и фильтр, может быть, не забирал на себя. Я это засыпал, это все сейчас поднялось. Вот, плюс, ну, конечно же, что грунт я, может, чуть-чуть не идеально промыл, поэтому здесь все вот сейчас в таком состоянии. Что по грунту, мне, я его просто раскидал хаотично. То есть я понимаю, что это цихлиды, они будут каждый раз грунт перемещать, ставить, вырывать ямки себе. Поэтому вот так. Камушки тоже хаотично раскидал, поднял корягу, то есть это типа отделяет задний план от переднего плана. То есть они там смогут себе спокойно сидеть, чтобы их никто не тревожил. А сюда выплывать, когда привыкнут уже, как бы, когда свет уже включается, они сюда типа в угол забиваются, потом со временем привыкают, начинают плавать по всему аквариуму. Видите, включил распылитель. Распылитель очень красиво смотрится, он тоже красным подсвечивается. Его еще не так сильно хорошо видно, потому что ну, водичка мутненькая. Плюс у нас с улицы светит свет, и это все вот так. Кстати, что насчет света, который будет сверху светить в этот аквариум, я подумал, что тоже затрачиваться. У меня нету возможности, чтобы этот аквариум запустить полноценно, да. Терморегулятор здесь есть, то есть здесь видно, вот что 25 градусов сейчас, оно еле-еле подсвечивается. Вот, что мы придумали с освещением. У нас есть вот такая крышка, и до этого вот у меня вот такое освещение, оно получается с этого силикона. И оно получается, если вы его по прямой, вот так его сделать по прямой, то оно нормально держится, его можно направить вниз. У нас длины аквариума не хватает, поэтому его я загибал. А когда я его загибал, я его фиксировал вот на вот эти поперечки, да, по всему ободочку. То есть он смотрел свет, большая часть вниз, а что-то смотрело в сторону. Вот у меня предстоит теперь задача сделать так, чтобы это было вмонтировано в крышку. Я фиксировал его на двухсторонний скотч, в принципе, хорошо держится, да. Силиконом думал тоже зафиксировать, но силиконом смотрю, что не очень держится. Может, попробую жидкими гвоздями, либо же все-таки на хороший двухсторонний скотч. Зафиксирую сюда и сделаем так, чтобы поток основного света направлялся вниз, в аквариум. Не знаю, как это у меня получится, не получится. Если сейчас что-то найду, чем прикрепить, то прикреплю. Если нет, то уже сделаю в будущем. Рыбки себя, в принципе, вот видите, уже комфортно чувствуют. Уже начали выплывать, обследовать все, как, что здесь новое все-таки у них. Кстати, распылитель, когда я запускал, вон тот красненький, он изначально, когда стоял на стекле, у него не было крепежа, он потерялся, да, вот это вот, на который на присосках он крепился к дну аквариума, оно, получается, дребезжало так с такой силой, что здесь такой гул стоял, ну, как бы даже вода как бы не снимала все эти колебания. Сейчас я установил на грунт, и с грунтом оно уже не выдает таких ужасных звуков, потому что грунт, как бы, я думаю, что принимает на себя все эти колебания, как бы, и распределяет по всей плоскости, на которой расположен тот распылитель. Как по мне, это очень красивенько получилось. Надо будет единственное, что добрать еще водички, установить свет и закрыть. В принципе, все. Теперь подведем общий итог по стоимости данного аквариума. Вот такой коротенький выпуск у нас получился про этот аквариум. Надеюсь, он вам понравился. Я понимаю, что здесь ничего нового, ничего такого сверхъестественного. Все очень просто, все очень функционально. Как по мне, то есть это такой бюджетный аквариум, который порадовал человека. Да? У меня он стоял без дела и просто спущен. Здесь мы дали этому аквариуму новую жизнь и надеюсь, что нигде никаких течей у него не будет. И аквариум прослужит очень долго и будет радовать нового владельца этого аквариума. Ну, если тебе понравилось это видео, обязательно ставь палец вверх, жми колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и обязательно подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан. Впереди у нас еще много чего интересного. А пока, всех обнял, до скорой встречи, пока-пока.